Отель Les Oranges Beach Resort. Вот вход. Вот такие красивые деревья. Сад над ним. Над входом. И да, аллея. Входа. Les Oranges Beach Resort. Идет вход на ресепшн. Вот такая красивая аллея. Сейчас время 5 часов. Уже солнце садится. Поэтому очень красиво. Главный вход. Это главный вход. Вот тунисский флаг. Вот американский флаг. Видимо, хозяин американец. Это вход на ресепшн. Здесь отдыхает также много других стран, флаги других стран. В отеле отдыхают исключительно одни иностранцы. Немцы, французы, американцы, англичане. Это ресепшн. Красивый холл, культурный. Есть такой портрет известного человека. Такие комнаты. Отдых. Почитать книжку. Вот. Такой ресепшн. Везде живые цветы. Ресепшн, лилии. Розы. Ресторан для завтрака. Здесь. А это семенина мясо. Это что, завтрак у них? Да. Тут у них такой завтрак офигенный. Йогурт. Это бассейн. Территория бассейна, там несколько баров, все культурно и прилично. Бассейн бирюзовый, красивый. Это аллея, ведущая на пляж. Такая красивая зеленая территория. Очень хорошая погода, ветерочек, и не жарко, и не холодно, и прям так приятно. Где-то сейчас время 6 часов. Очень замечательная погода, и территория у них замечательная. Так здесь тихо, спокойно. Отдыхают одни иностранцы. Охранник сказал, чуть-чуть русских. Вот так красиво. Дальше идет тоже корпус.
через него проход на пляж к бунгало. И справа будет ресторан для обеда и ужина. Это холл второго, то есть первого корпуса, самого близкого, который выходит на пляж. Вот выход на пляж. Вот такая территория. Вот это большой корпус. А сзади него бунгало для жизни, так сказать. Вот это второй ресторан. Второй ресторан. Ну, вот такой проход. Вот. Вот так проходишь. По второму ресторану. Он застекленный. Очень культурный. С него видно море. Там море. Вот здесь тоже такая культурная, красивая линия. Ресторан очень цивилизованный, вот ресторан, все чисто, аккуратно, можно здесь на улице, можно в застекленном помещении. Вот уже выход на пляж. На море Фишторм. Вот такая территория. Очень красивая, культурная. Тихо, спокойно и очень красиво. Такая красивая аллея здесь, ведущая. Это программа. Это магазин. Здесь продаются всякие вещи. Сувенирная продукция. А вот дальше там магазин ковров, кожи, сумки, в общем, шляпы, платки, верблюжата, открытки, большие верблюды. Вот такая сувенирная продукция, сумки. О, конечно, сомнительного качества. Вот, всякие шкатулочки, коробочки, бижутерия. Это магазин ковров, шерстяные все, приличные ковры. Good. You told for Russian tourists, come on here for bazaar. Yes, it's correct. All people very happy, satisfied. Before, when he was here, me, for 4 years, lots of Russian, I mean, directly with Turkey company. Come on for this is bazaar, you know my name, Gigi. Come on, every people need to look around. Ковры. Don't buy, no problem, happy, buy, happy, everything is okay. Разный вкус, разный размер, потому что они натуральные шерсти, и не так дорого, совсем не так дорого.